И снова здрасте. И снова продолжается бой. Не, и вновь продолжается бой. И сердце тревожно в груди. И fights in tight spaces. Все еще не пройдено. Я дошел опять до того же места, где автоматчик меня побил. Но я случайно не заметил, как бы, что-то там. И я его слил, в общем, этого автоматчика. Извиняйте. Вот. Ну, продолжим, в принципе, со следующей локации, помещения следующего. Как его там правильно назвать? Погодите, так у нас тут мафия или у нас тут... И у нас тут тюремщики всякие. Чё-то не понял. 110 хп? Серьезно? Вы что, издеваетесь? Что за приколы? Так, у него 56 хп у этого человека. А у меня же... У меня же... 35 урона я могу вломить. 56 минус 35. Мало? Но разрядить его надо, потому что это надо использовать первой картой. Или эту. Это даст мне в ответ, да? Так, этот будет бить в ответ. Его нельзя опрокинуть. Но его можно сдвинуть. Правильно? Бить его нельзя, но сдвинуть можно. Break the limit. Ой, это дурацкая карта, ужас, она меня бесит. Так, у меня есть грэпля. Грэплёй я его переставлю сюда. Так, да, то есть берем, переставляем его сюда под выстрел этого идиота. Бить его нельзя. Свапом. Свапом я двигаюсь сюда. А урон, в принципе, я могу весь слить в дробашиста. Дробашисты, ребята, плечистые. Он мне не нужен здесь. Окей, начнем, пожалуй. Привет. Так, квикстрайк. Куда же? Нет блока. У нас останется мало хипе. Граплей. Сдвигаем гражданина сюда. И свапом уходим. Дробашист благополучно вышибает из него 16 хп. Так? Так. Ну, что и требовалось доказать. 20? Неплохо. Так, а вот отсюда надо уходить без вариантов. Так, эта простуда меня сильно мучает. У меня есть стандарт. Прикольно. Это прикольно. Так. Если я свапнусь, чем мне уходить? Уходить мне нечем. У меня единственное, что это такое у нас. Выкинуть одну и получить три. Интересная мысль. Так, коленом я не могу ударить никого, кроме этого, а этот ударит мне в ответ. А я не хочу, чтобы он меня бил в ответ. Мне больно. У меня есть свап. Но если я свапнусь, то чем я буду уходить? Вот в чем вопрос. Он будет ко мне лицом. Когда свап работает как? Я меняюсь местами с кем-то из них, но этот кто-то ко мне остается повернутым лицом. И это не есть хорошо. Что будем делать, господа? Ремувмент у меня есть. Ну, ко мне лицом не поворачивается, нет? Вот этого можно вы... А, нет, нельзя. Так, 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 так. То есть первое free movement, да, уходим сюда. Дальше можно уйти свапом.
либо сюда, к этому. У этого нет автоповорота ко мне лицом. То есть я могу просто уйти сюда к нему. Через раз движение, два движения. Дротиком я его не прошибу, да, этого краба. Бить его сейчас нельзя, потому что как только я ударю, меня ударит этот. Соответственно, дротик довольно бесполезная штука. Здесь, видимо, придется именно уходить. Другого варианта я не вижу. Потому что если я свапнусь, то мне будет нечем отойти. У меня сейчас есть чем отойти. Через раз-два. А еще мне надо за три хода забрать чемоданчик. Вы издеваетесь? Девять дамаги. Cannot be countered. То есть он в ответ что ли не будет бить? Нет, он будет, он на автоатаке, это не контр. То есть бить отсюда нельзя, можно уходить только. Вопрос куда? А если я свапнусь с этим, что изменится? Он повернется ко мне лицом, а уходить мне будет уже нечем, потому что эта карта пропадет. Значит, этой картой мне в любом случае нужно уходить отсюда, так? Так. Иначе этот меня подстрелит, гуденыш. Я же его тоже блок не пробью дротиком, да, не пробью. Not be countered. То есть он не может его законтрить, если я ударю, он меня не ударит в ответ, что ли? Не хочется тестировать сейчас, на самом деле. Ладно, будем играть в осторожную схему. Раз. Два. Может попробовать через Pounder здесь что-нибудь сделать. Вдруг повезет. Берем Chain Strike. Может что-нибудь дадут, интересно. 12. Это 36 урона. У него 56, блин. Фокус, еще один момент можно получить. Продублировать карту, а смысл? Не хочется мне рисковать. Сколько у него урона? 12. 8. И 36. Это сколько? Его все равно не убьет. Да, что-то это у меня здесь уплывает возможности. Но зато я двигаюсь в сторону этого самого. Уже хорошо. Уже радость. А теперь что делать? Wall Jump Punch. Этого можно отшвырнуть Wall Jump Punch'ем, а потом куда-нибудь уйти. Слипом уйти. И дробашист благополучно пристрелит еще и этого дятла печального, да? Так? Или как? Так, 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 так. 40 дэмэджа. Круто. 40 дэмэджа я могу влить в данного гражданина, так? Но подходить к нему все равно нельзя.
И это не очень хорошо. Ладно, убираем его отсюда. Так. И с липом уходим, получается. Да, чемоданчик мне не светит, я так чувствую. Отступаем. Он не поворачивается, не поворачивается. Хорошо. Заканчиваю ход. Ну да. Он продолжает получать от своих. Так. У меня есть за один ход. Да блин, я за один ход его не заберу. Сколько у тебя чего там? Так, кого можно уронить? Можно уронить дробашиста. Так? Так. А, стоп. А если вот так, раз. Мне не хватит все равно, да? Shift. Сколько я на шифте могу ходить? Move 2. Раз, два. В принципе, я могу попробовать добраться до чемоданчика. Тук. Видите, вот как только ходишь сюда, тебе сразу тук. Даже если ты свой. И я шифтуюсь и забираю чемоданчик, да? Я молодец. Ой. Отомстил, смотри-ка. Блин. Вот это было очень не вовремя. И не к месту совершенно. И что я должен теперь делать, по-вашему? Ну вот как теперь из этой ситуации выходить? Все блоки с цели снимают. Вау, как круто. Обкекаться прям, блин. Прям обкекаться, как круто. Мне это не нужно сейчас. Все, что здесь есть, мне не нужно. Здесь полная шляпа какая-то. Ну и что мне ваши 6 блоков, что я с ними буду делать? С дерьмом жрать их? Что это такое, вообще никак понять не могу. Вот как эта карта работает, я не понимаю до сих пор. Блин, и все только движение. Вообще нет ударных там атак. Ни одной. Прикольненько. Ладно. Придется тогда вешать на себя блок и сдвигаться. Так, а где у меня еще? Где этот, блин? Да ё-моё, второй куда подевался? Дэш, где? Я... Блин. Чудесно просто. Просто великолепно. У тебя хп. О. 40 урона. То есть он получит минус 16. И сколько там будет тогда? Сколько у меня урона? 22. Мало? Мало. Чардж. 8 дамаги, да. 2 очка с меня хотят содрать за 8 дамаги. Вы что прикалываетесь? Окей, если я его откидываю, чем мне дальше отходить от этого вот придурка, я не понимаю. Дэшем.
Я его откидываю, дэшем иду, он меня все равно бьет. Нормально так. 40 плюс... Да, у меня всего 22 урона здесь. Я ничего не сделаю этим уроном. У меня движений сколько? Раз. Два. Это раз. Это два. И чё? Я ничего не сделаю. Так. Что-то какая-то фигня началась. Опять какие-то карты, не пойми, что сыпется. Дерьмо какое-то. Что я с ним должен делать, с этим дерьмом? Объясните мне кто-нибудь по-быстренькому. Окей, у меня два пуша. Окей, я могу дважды кого-нибудь толкнуть. И чё? Ну окей, я отталкиваю его, что меняется? Мне проще его вот этим оттолкнуть, дать ему еще 22 урона вдогонку. Семь блока. Это, конечно, приятно, но мне это мало что даст. Потому что урон у них 16, 12 там, и так далее. Надо уходить в сторону этого. 12. Это все-таки не 16. Ничего другого не остается. Других вариантов здесь нет. Так, чардж. Пожалуйста. Я могу оттолкнуть. Это все, что я могу сделать. Еще я могу куда-нибудь дэшнуться сюда вот. Или дэшнуться за ним и еще раз его толкнуть. Что мне это даст? Куда мне дэшиться-то, непонятно. Окей, этот подойдет сюда, этот подойдет сюда. Это еще окружит меня. Надо сюда дэшиться. Это еще можно и толкнуть в стенку. Два хп осталось. Ну вот, если есть слип, я могу сюда уйти, да? Нет? 74 хп, 16, 16, 32 хп. Option play. А, я могу двигаться. Хорошо, у меня есть движение. Так. Сколько хп? Много, много. Этого уронить нельзя. У меня есть шове. Прикольно. Угу. 20 дамаги. Да вы издеваетесь. Так, можно копнуться через данного гражданина. И уйти сюда. И через шове данного гражданина сдвинуть сюда, чтобы тот не мог подняться. И получил бы выстрел от дробашиста. Все? На. Кушай. Не обляпайся. Этот все. Он, этот ход бесполезен. Чуть более чем слегка. Так. Импровизация. У меня еще есть free movement. Ну, free movement. Так, painkillers. Прикольненько. Можно подлечиться, кстати. Движение у меня до хрена, да? Хорошо, отходим сюда. Так. Kinetic move. Throat punch его не пробьет, да? Не пробьет. У него 16 блока. Чем я должен этот блок отбивать? Лечимся, что поделать? И у меня full HP. Кстати, классная карта. Мне нравится. Так, сейчас уже можно попробовать раздать, да? Насколько я понимаю.
Раздать. Ну да. Эй! Надо было сначала этого ронять. Это я его протупил, надо было ронять опять. Вот мелочь. А пропустил, и все, и до свидания. Заканчиваем. Это подходит, а этот бесполезен, у него щита нет. Так, так. Сколько я тебе могу влепить? 24? Ой, не. На 4-то очка не пойдет. Тут тоже 4. Так. Что я могу с тобой сделать-то? Фронт-кик? Приварить. Или фри-мувментом просто отойти. Блин, у меня тут это куча всего. Всякая ересь, блин, выпала, ничего не сделать. Заканчиваем. Ну, чудесно просто. Вот делай, что хочешь. Дайте мне шове сейчас. Вот мне нужен шове. Позарез. А вот хрен тебе, а не шове, говорит игра. Просто вот хрен тебе, а не шове. Бег стенки. Блин! Конечно. Бить будут меня обязательно. Иди отсюда нахер. Так. Вот карты, которые тебе нужны, не высыпятся никогда, в принципе. Не положено тебе их. Ну и что мне это даст? 6 блока. Вау, охренеть. Что мне с ним делать? У меня и так 3-4 хп. Бум. Ну, двоих я подставил, как и намечал. Так, wall jump punch плюс 40 хп. У тебя сколько хп? 70? Тебя это не убьет. Есть подозрение, что. Так. Двигаться я сейчас не могу, потому что единственная клетка, куда я могу сдвинуться, это сюда. Я могу свапнуться с этими местами, но мне это ничего не даст, потому что у меня других движений нет. У меня только одно движение. Угу. Я сдвинусь сюда, я сразу получу. Так. Я могу свапнуться с этим вот местами. И что мне это даст? Так. Ну, с этим я. Так. Тоже не канает. Ну, окей, я могу отбросить этого ударом. А потом свапнуться местами с ним. Ну и что это даст? Он меня по-любому стукнет. Так, так, а у него урона, между прочим, 12, а у меня столько нету хп. Ну как, хп-то есть, но опять уже провалилось на 10. Блин, что-то в этом бою мне просто сыпет какое-то говно. Вот пока не записываешь, тебе просто карты идут идеальные. Я бы вот их раскидал, если бы не записывал, раскидал бы их, не знаю, за 5 минут всех, к чертовой матери сложил бы. И чемоданчик бы забрал, и сложил бы их всех, и вообще, как нефиг делать. То есть, блин, не знаю, бред, я не знаю, происходит. Чушь какая-то. Просто карты сыпят говно какое-то, полное говно. У меня есть хорошие карты, где они? А хрен его знает. Так. Двигаться сюда нельзя, ударят. То есть движение, первым движение отпадает. Свапнуться с этим, он ко мне встает лицом. Уходить куда-то дальше мне нечем. У меня нету больше карт на движение. Далее, если я бью в морду этому, он отлетает назад. Так. Так. Что у меня остается? А, меня ударит этот. То есть меня этот ударит, даже если я просто этого вот вдарю ему, он мне все равно. А, ну вот этот разве что. Cannot be countered. Ну проверим. Проверим. Действительно он не контрится, этот удар, как написано. Давайте.
Да, он не бьет мне в ответ. Он мне не контрит это. А это уже интересно. Окей, тогда можно. Тогда можно выйти из ситуации в данном случае. Без смысла. О, 4 хп осталось. И 16 блок. Итого 20. Так. Двигаться опять нельзя, потому что там меня ударят. Липов мне не дают. Рейндж 2. Shift. Сюда я не могу. Это надо за спину кому-то шифтиться. Pressure point. Так, я могу сложить одного из них. У меня останется дэш, чтобы уйти, так? Лови. Этот удар игнорит блок. Хорошая штука. Так, дэшимся назад, я так понимаю, да? Дальше. А зачем мне допекать? А, смысла никакого нет, все равно 4 очка стоит. Так, я могу этому за спину дайте. Окей. Усё. Вышел из ситуации. Нормально так. Вот сейчас мне нужен шаг и что-нибудь такое, что толкает. Ну, ну. Что-нибудь, что толкает. А вот хрен тебе. Просто хрен тебе. 20 дамаги. Не канает никому из них этот удар. Абсолютно бесполезная хрень этот удар. Зато есть шоуф. Что мне с ним делать? Чтобы использовать шоуф, я должен быть здесь. Мне нужен слип тогда. А слипа нет. Так, этих я трогать не хочу. Я, наверное, буду из-под них уходить, чтобы этот выстрелил в этого. Сколько у тебя урона? 16. Ну ты ему только блок, наверное, собьешь. Так. Ладно, free movement. Уходим. Свапаться с ним смысла нет. Хотя... Рожей ко мне будет. Бросить я его не могу, он жирный. Ну, тяжелый. Да. Толерастия, как говорится. В условиях толерастии говорить жирный нельзя. А в условиях толерастии вообще ничего говорить нельзя. Так. Что я могу сделать еще? Как я могу им еще нагадить? Я могу сместиться сюда и попробовать вот так сместить его сюда. Если тот будет первым ходить, он ударит. Вот так. Заканчиваем. Вот тебе еще. А вот тебе в ответ. Встретились два друга. Поднасрал. Ну а что-нибудь здесь толкающее у меня есть? Есть? Серьезно? Слава богу, повезло. Так, грэплим гражданина. Не, фокус сначала. Option play. Это я могу двигаться. Окей. Берем грэплю. И граплю его сюда. Один и два, да? А, нет, я туда не могу ходить. Меня сразу стукнут. В этом прикол. Ладно. Заканчиваем. Сколько там? 32 хп. А у меня здесь
36. По логике, если математика не врет, я должен его сложить. Смотри-ка, математика-то не врет. Так, дышимся сюда. Телсалф. Заканчиваю. Вот. Ну, что будешь делать? Отлично. Давай. Treasure point. Ух ты как, 20. Игнорируя блок. Нормально. Вот только мне двигаться нечем. А, ну я могу к нему подойти. Я к нему подхожу, даю ему 20. А, нет. Там простая карта. То есть первая будет на 20, вторая на 12. 32 урона, у него еще блок. Не, не канает. Я лучше отойду просто. О, броски посыпались. Отлично просто. Лежи, думай. Ну, вот сейчас ты будешь немножечко оглушенный. А я вот так сделал. Отойду назад. Потом тебе как ударю. А потом отойду назад. А потом как брошу. У тебя один хп. И ты опять оглушенный. Так. Ремумен. Подходим к гражданину и даем ему спартанского пинка. Ужас. Так, что у нас тут? Свап, биг блок, комбо буст. Свап. Ну, берем еще свап один. Ивент. Ненавижу ивенты. Ну и что там? Мандингер. Драка в баре, что ли, началась? И мне надо вмешаться. Ну ладно, давайте подеремся. В баре. Давно я не был в баре. Там же байкеры живут в баре, да? Не, там ниндзи живут. И мафиозники. Круто. Черничная мафия и зеленые ниндзи. Господи, боже мой, куда я попал? Так. Сразу же сюда. Сразу же. Тебе. Привет. Слипаемся, слипаемся. И что мы можем сделать? Ничего. Этот весь такой оглушенный. Оглушена было к нему подойти, просто его допинывать. Но хотя, в принципе. Так. Сколько у тебя хп? Давай. 28. У меня 24 урона. Ты это понимаешь? Здесь 8 урона. Но он не контрится, да? Он же не контрился вроде никогда. Не контрился. Так, свапаемся сюда. Хоть! Реально пьяная драка в баре. Так, free movement будем использовать или пытаемся драться? Я могу уронить данного гражданина и просто отойти назад через kinetic move. Вот так вот. Отходим. Если бы он здесь стоял, я бы ему ударил, но он здесь не стоит. Он стоит вообще не там, где он должен стоять. Он стоит там, где он не должен стоять. Ну и что ты ко мне прилез? Что тебе надо от меня? Загреплить тебя к твоему товарищу, чтобы он тебе звездюлину выписал. Ну и отлично. Так, степаемся сюда.
А данного гражданина через шове сдвигаем сюда. А у меня нету атакующих карт. А это вообще не знаю, что она дает. Заканчиваем. Ищ! Ищ! Да, реально драка в баре. Вообще крабы какие-то. Так. Фокус в первую очередь, естественно. Плюс один. Так. Swap, charge. Swap. Я могу свапнуться назад. Просто. Контерстан. 8 блока. Сколько у тебя урона? 12. Идите нафиг. Честно. Идите нафиг. Да. Вот ничего не остается, кроме как просто отойти в сторону. Больше ничего не сделаешь. Сколько хп? 12. Значит, тебя будем валить, я так полагаю. Импровизейшн. Сколько у тебя хп? У тебя 15. Наверное, я тебя сложу. У тебя больше всех хп. А, нет. Надо складывать это, он дальше всех бьет. Ладно. Хорошо. Ладно. Единственная атакующая карта, я так полагаю, да? Ну, импровизация есть, если что. Хотя... Можно сделать так. Вот эту выкинем. Опа! Вот это я хорошо зашел. А, нет, нехорошо. Нет, нехорошо зашел. Давай. Мини-джамп, кик. И чё? А, на 0 стоит, да? А сколько урона в нем? 10? Ну, в принципе, я могу сместиться сюда. Одним очком оставшимся. И за бесплатно сдуть данного гражданина. Вот так. Как-то так. Но вот этот не удалось реализовать. Ну и не надо, у него столько хп не было, по сути. Сойдете. О, зэки, блин. Откуда у меня в баре зэки? Я теперь понимаю, что драка началась. Тут зэки у меня. Сколько у тебя хп? 15. Блин. На тебе вот так тогда, чтобы ты не мешался мне. А тебе просто вот от души, как говорится, прям душевно в душу. Что это такое? Ой, нет, это говно. Это тоже говно. Ладно, бьем этого. Отвали отсюда, гражданин. Ну, заканчиваем ход. Сколько хп осталось? 5? 5. А у тебя 3. Интересно, если его толкнуть, он сдохнет? Прям уж интересно. Так, я могу кого-то уронить, потом с вапом куда-то пытаться убежать, да? Нет? Я попробую пушем этого убить. Потому что у него сзади препятствия. Так. Так. Дальше я с вапом двигаюсь сюда. Бросаю данного гражданина, чтобы он под ногами не путался. И хил. 40. Отлично. Отлично, я считаю. Ну, ок, чё, у меня нет момента. Чё ты мне блока добавил, да? Один? Мало? Ты меня не бил? Ну, это ничего. Все равно мог добавить больше, жадина. Говядница. Жадница, говядница. Так. Ну, данного гражданина мы складываем, я полагаю, чем-нибудь. Или нет. 25, 5. В принципе, сложить надо вот этих двоих, наверное, заход. Каким-то образом. Так, у меня есть... У меня есть что? У меня есть Quick Strike, который наверняка сложит данного гражданина. И Backslam я могу сразу и уйти. А, я могу еще напоследок выдать данному гражданину. Что там с ним тупить? У него еще стенка за спиной, можно ему еще пушом какой-то урон нанести.
Толчок наносит, по-моему, урон, насколько вот я вывод сделал. Если за спиной стена, вот у него 11 хп сейчас, толкаем его в стену. Он потерял 8 хп. На данного гражданина... Опа. Я не понял. А куда подевался тот, который там был? Он... А он где? Что происходит? Был здесь, вот, мужик, красный. Ладно, проехали. Я не претендую. Удар Брюса Ли, дюймовый. Такие дела. Ух, вот как-то так. Давайте тормознемся здесь на сегодня. Продолжим в следующий раз. Ивент прошли успешно, удачно. Ну, впереди еще целая куча ивентов и всякой хрени. Вот. Но пока все идет достаточно весело. У меня набрана целая куча наград. Реблока дает заход. И вот эта вот карта движения бесплатно у меня каждый раз падает. Но ее нужно первый использовать. Free movement. Она далеко дает возможность бегать, но ее нужно использовать первой, иначе она пропадает, если использовать другую карту. Блок. Моментум буст. Плюс один моментум. 4 вместо 3. Вот. Неплохо сегодня раздали. В следующий раз, наверное, раздадим лучше. А может хуже. Может нам раздадут. Чтобы это выяснить, приходите еще. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем здоровья, денег. И всем пока.